один огуречек. Ну, возьми один огуречек. Да. И что? Mm-hmm. Ну, расскажи. Mm-hmm. Ты что снимаешь-то? Что ты снимаешь? Привет! Сегодня меня зовут Лена Коробкова. Я хочу показать, что мы сегодня делаем суши. Что ты смеешься? Все, хватит. Один еще. Ну что, один еще? Давай. Шуруй отсюда тогда, раз ты будешь тут поедать все ингредиенты. А куда мне пойти, если я снимаю? Вот так вот. От оператора не избавишься. Что это ты сегодня палочками решила есть? Попробуй. Ну и как? Нормально. Сойдет, да? Мама теперь может работать в сушарне? Нет. Нет? Отдохнуть. Тебе. Ну все, я пошла тогда отдыхать. Иди. Муж придумал для Ульяны мотивирующую игру, которая поможет ей все-таки начать читать. Точнее, она читает, но не хочет, в общем, это делать. Он теперь пишет ей слова, она должна их прочесть и нарисовать картинки по ним. Ну вот в такие вот у них адские картинки получаются. А корова так вообще у нее похожа на какую-то, я не знаю, ушастую таксу. Можно покажу, как я шью? Я сделаю кошку с этими кусками. А где ты берешь эти куски? Из тряпки. Ну откуда ты их берешь? Мама дает. Мама дает. Я твой затылок буду снимать. Затылок. Поворачивайся ко мне. Трешни. Три глаза. Ой, носик круглый. И два глаза. Что это такое? Что? И что это значит? Уши. Уши? Кто это? Котик. Котик? А бормотик? А почему он такой страшненький? Я не знаю, я не очень. Я не умею вообще, я первый раз. И она покинула этот кадр. Убираю! Там точно почищено-то? Ты пилишь ее. Может, она с кожурой? А хлеба? И зачем так? Она сейчас меня пытала, наверное, минут полчаса в магазине, выбирая, что же она может купить на деньги, которые ей дала бабушка. И что же ты купила? Липучки. И что ты из них будешь делать? Ты потом покажешь нам? Небось, опять все забросишь в дальний угол. И не будешь даже помнить о том, что у тебя есть. Давай, хвались. Не могу ничего сделать. Не умею. Как это не умею? Не все умеешь. Ты же делала до этого. А теперь не помню. Тут от дочери песенницу. Я позвоню Оле. Если согласится, если когда Серега, тогда я позвоню. Не снимай! Ух ты, жопа маленькая. Ну так вот, письмо у меня. Сказали, надо его открыть. Мне оказалось что-то типа
снежинки. Да, ну точно, снежинка. Уже готовимся к зиме. Так, дальше у нас здесь. Мама, какие еще тут есть? Квадратный кот. Интересно. Огурец овальной формы. Огурец овальной формы. На вкус огурец. Как огурец? Морковь оранжевого цвета. Форма. Форма овального. Овального. Мам, ну давай, хватит, уже другой давай сделаем. Ну а что, нам завтра надо нести в сад? Пожалуйста. Ничего мы не можем. Вы должны выполнить это задание. Уже выполнили. Мы не выполнили, как пюре приготовить. А до пюре еще? Пюре, а дальше еще куча заданий. Придумывай слова на А. Слово на А. Мама. На А начинается. Ла. На А начинается слово. Ай. Еще слово. Ой. А тарелка. Чего? А тарелка. Слово на А, Ульяна. А тарелка. Папа любит есть такой круглый, полосатый. Колбасу. На А, Уля. Арбуз. Я вот со своим высшим образованием совсем не понимаю, для чего ребенку 6-летнему знать падежи. Вот не понимаю, вот совсем просто. Я считаю, что это очень рано. Точно так же, как всякие фонетические разборы, которые ну, совершенно не нужны при игре с игрушками. Еще очень много всего. И жиши пиши с буквой И. В 6 лет очень надо. Рассказывай что-нибудь мне. Расскажешь? У меня садик. Вообще ничего интересного. Совсем ничего интересного. А что ты отворачиваешься? Такая деловая. Зазналась, да? Ульяна у нас зазналась? Зазналась, Уля. Ну, расскажи мне, что там про утренник-то известно? Ничего интересного. Вообще ничего интересного? Ничего у нее интересного.